стать мотоциклистом без мотоцикла. Вытяните руки вперед. Представьте, что вы на мотоцикле. Не смотрите на землю, чтобы ее не было видно. Потихоньку давайте газу. Потом переключайте на следующую передачу и бегите. Детка, хочешь со мной прокатиться? Традиционный от меня уже второй курс уроков вождения без мотоцикла. Но в прошлом видео у нас был обычный мотоцикл, а сейчас у нас эндуро! И для этого мы сегодня с вами выехали на природу, где не ступала нога человека, чтобы остаться один на один с опасностью. Заводить эндуро нужно ногой! Нефиг стоять, надо ехать! Ищем трамплин! Разворачиваемся! Ищем трамплин и прыгаем! В следующем видеоуроке мы рассмотрим новые интересные мотоциклы. Удачи! Благодаря тому, что сегодня я с вами, дорогие друзья, и мой видеоблог, благодаря нему вы можете научиться водить мотоцикл без мотоцикла. Сегодня мы освоим новый участок, это город. Город — это очень крутая штука. Начинающих мотоциклистов город вызывает страх, но по-настоящему город не должен вас пугать. И уже до покупки своего мотоцикла вы должны как бы не бояться города и сделать свои первые шаги. Пускай вас не останавливает то, что у вас его нету. Вам никто не мешает делать, просто делаю я. Сейчас, когда есть этот автомобиль, мы начнем с вами проводить лето весело. Не обращайте ни на кого внимания, потому что это круто, просто почувствуйте свободу. Они все вам завидуют, черт вас подери. Все вам завидуют, да, люди смотрят и хотят быть похожими на вас. Почувствуйте, как это круто. Сразу появятся мото-друзья. Здорово, чувак! Давай, дружить! Не хочет, так хочет, еще столько же таких найдется. Я думал, не догоню, что ли? Коленок, да, защитный. Ну все, слежу за собой. Опасный,